Васильевич, вот как фонд «Органика», мне интересно, как мы можем сотрудничать с вами от Департамента органического сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики? Можете сказать ваше мнение? Ну, однозначно мы можем сотрудничать как в практической, так и в теоретической плоскости. В практической плоскости я вижу здесь аспект, это стажировки, как на территории Кыргызской Республики, так и на территории Российской Федерации. Мы со своей стороны можем организовать для ваших производителей, которые желают или уже в органике, побывать на хозяйствах, которые в России успешно работают, расскажут о своем опыте, покажут, установить связи, контакты. То же самое можем попросить и вас сделать, да, для того, чтобы оценить возможность взаимодействия с коллегами, кто работает в органике у вас в Кыргызстане. Поэтому будем рады этому сотрудничеству, и в этом формате, я думаю, у нас такая предметная и практическая плоскость будет. То есть, когда мы организовываем, да, что-то здесь, соответственно, это расходы на вашей стороне. Если вы организовываете для нас, соответственно, мы платим за это. Поэтому у нас такой опыт есть. В Беларуси мы сотрудничали в этом году, стажировка была интересная, и люди с большим удовольствием побывали. Я думаю, что и в Кыргызстан приедут с удовольствием тоже. Но это одно из направлений. А здесь также мы можем, ну, поделиться методическими материалами по организации разных направлений. У нас есть информационный портал органики, да, то есть на нашем сайте он сформирован, он актуален. Там не только все производители России, которые сертифицированы в разных плоскостях, я имею в виду и российском, и международном законодательстве, но также есть срезы по регионам, по названиям, по виду продукции, по видам сертификатов, по землям, которые могут быть вовлечены в органический оборот на тех или иных территориях, по биоудобрениям, по агротуризму. То есть такой портал очень много в себя включает слоев, и тоже можете у себя сделать подобный, ну, по крайней мере, опыт крайне полезный. Ну, ряд других моментов, которые можно тоже обсудить, я думаю, будут вам интересны. Спасибо. Спасибо.